ми повернулися. В нас тренери продовжують відривати частинку рідної команди від серця. Шоу «Голос» змінило моє життя. Батьки і діти, з якими я працюю, почали пишатися мною. Мене звати Катерина Гудин, мені 24 роки і я з селища Новопсков. В селищі всі дуже вболівають за мене. Те, що дізнаються на всю країну, що таке Новопсков взагалі, це вже щастя. Все наше селище вболіває, переживає і надіється, що Катя буде переможницею. Я хочу спеть так, щоб кожен запам'ятав таку дівчинку Карину Арсентьєву із «Помідорного міста». Вона зіренька всієї Запорізької області. Ми за неї дуже вболіваємо, тримаємо кулачки, ти зможеш. Це її мрія, і вона переможе. Ми за тебе, Карина. Спасибо тебе большое. Спасибо тебе. Ура! Карина і Катя, я з ними працював найбільше, тому що вони якось найважче входили в пісню. Карина Арсентьєва. Для меня очень важно исполнить хорошо эту песню, потому что на меня возлагают очень много надежд, и я просто обязана ее спеть шикарно. Катерина Гудин! Я впевнена в собі, в мене така підтримка шалена, що мені нічого взагалі не страшно. Бере. Фух, молодцы, 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 вы сделали это. Сделали. Катерина Гудин, Карина Арсентьєва, браво, девчата, браво. Дуэт не дуже вийшов. Они прикольные по отдельности, но они как будто не сошлись. Привет, девчонки. Добрый вечер. Спасибо вам огромное за этот дуэт. Я обожаю эту песню. Но я сказал себе, я буду честным сегодня. А мне не цепануло. Ну, я почувствовал, что эта песня не для вас. Тобто ти нікому не віддаєш свою перевагу. Дякую. Ну, це хорошо, це хорошо. Тобі це хорошо. Я можу спокійно сісти.
Мені щодо дівчат все, в принципі, сподобалось. Ви класно спрацювались, гарно заспівали. Чому такі... Сумні обличчя. Сумні обличчя. Ви ж на сцені голосу. Це вже таке досягнення, просто неймовірне. Ми просто хвилюємося. Насправді, ми дуже щасливі. Я розумію ваше хвилювання. Ви справились? Ви все зробили так, як потрібно. Як змінилось ваше життя під час того, як ви потрапили до Потапа у команду? Як вам працювалось? Розкажіть, будь ласка. Я почуваю себе настільки змотивована. Я працюю вчителями, мої діти теж змотивовані. Я для них стала прикладом, і мені дуже від цього тепло на душі. Так. Мені дуже було цікаво працювати з Катєю, тому що я відчуваю, що ми на сцені воплотились вот в одно ціле. Да, может, кто-то не почувствовал, но мы это очень чувствовали вместе. И хотели передать эту энергетику, немножко не получилось. Нет, все хорошо, Карина. Я хочу у Потапа, как у продюсера, которого я... Хочешь детей? Нет, не детей. Я хочу тебя попросить идей. А, идей? Идей. Новых, интересных от тебя идей, Леша. Ну ты же самый опытный среди нас продюсер. Я жду почерк Потапа. Но, девочки, вы, конечно, молодцы и справились на ура. Олексію, вибирати тобі. Дівчата, по-перше, дякую вам за виконання, ви молодці. Ви зробили це. Каріна, а хто тобі сказав, що ви не справились з цією піснею? Дан Балан, може, що ти своє не почувствував, але ти-то почувствувала з нею на сцені? Не суди себе сама, тут є судді, люди, зрителі, зал, коментарі в інтернеті, монатик. Монатик. Который наконец-то открылся, как коллега и тренер, заявив о почерке. Наконец-то, как минимум, первое признание почерка Потапа, это уже как минимум признание его, как состоявшегося продюсера. Постой, постой. Ты меня узнаешь по любой, я буду в футболке МЗГ, это почерк. Пожалуйста, ну чего, зачем? Ну ты меня кольнул уже по поводу, ты хочешь новых идей, а я тебе хочу сказать другое. Что происходит? Пахнет ссорой. Когда ты работаешь с людьми, с участниками, каждый из них, это большая планета, каждый из них. Безусловно. Эти планеты прекрасны. И то, что вы сейчас наговорили им, это некрасиво, потому что прекрасные две девочки. Спасибо вам большое. Стоп. Спасибо вам большое. Что значит некрасиво? Ну, некрасиво. Некрасиво говорить честно, что ты думаешь? Некрасиво. Я попытался честно говорить. Есть какая-то линия какая-то. Я попытался честно говорить красиво. Они маленькие. Не получилось? Не получилось у тебя. Как у маленького получилось по поводу Си. Да дело не во мне, я от вас отобьюсь. Ну, тебя задело, это очевидно. Я задел, знаете что? Ты не можешь нормально. Не могу успокоиться. Как бы, не могу. Знаешь хорошо. Почему? Потому что они стоят, девочки, дети, они стоят, переживают. Они сейчас будут думать, что они плохо выступили. Они выступили неплохо. Они выступили неплохо. Это они выступили очень хорошо. То, так что, скажите то, им об этом. То, что ты сейчас делаешь, неправильно. Я понял, Дан, спасибо большое. Я, извини, не пожалуйста. Надо меня, не надо перебивать. Прости, надо. Ты встал, это надо, не поможет. Дан, извини, не пожалуйста, поможет. Надо не, перебивать тебя, прости. Потому что это неправильно. Ну что делать? Это неправильно. Ну что такое? Это мои девочки, я хочу им сказать, это поддержать. Неправильно. Неправильно что? То, что ты сейчас сделал. Дружбе кинец. Хорошо, я их не обижаю. Ладно, можешь мне говорить какие-то гадости. И я ты ко мне как к тренеру можешь апеллировать. Я даже не думал но обижать. Им не говори. Я хотел наоборот. Поддержать их. Давайте будем давать перевагу все ж таки нашим участникам. Ты закончил свою речь? Я закончил с тобой навсегда. Можно, пожалуйста, я последнее слово скажу, если вы позволите. Во-первых, давайте продолжим соблюдать наше вот это дружеское отношение. Я просто сказал тебе то, что я думаю, по-честному. Я люблю твой почерк, хочу его больше. Все. Давайте будем профессионально другі продолжать. Друзі, ребят, давайте без давайте, конфликтов, можна пожалуйста. Я втручусь в ваші стосунки? Потап вибере з цих двох прекрасних что, давайте, артистов. Давайте вернем Тину. Тиночка, возвращайся. Одну. У нас... Я повернулась. Потап, тобі слово. Хто залишається в шоу? Я хочу попросить прощения у всей аудитории за то, что была такая перепалка. Я, наверное, близко к сердцу принял то, что не должно было принимать. Это показывает твою слабость, Потап. Да, моя слабость именно в том, что я сопереживаю, умею сопереживать. Это моя слабость и моя сильная сторона. Добро и любовь никто еще не отменял. Поражение спасибо. Нужно уметь поражать. Девочки, спасибо за выступление. Спасибо. Смотрите, что вокруг этого получилось. Как легко разошлась дружеская компания. Но это говорит только о том, что что-то было, что-то происходило. Дякую вам дуже за то, что самовіддано выступали. И это был челлендж для вас. Молодцы! Я хочу обрати одну з дівчат, яка прийде зі мною далі, на мою думку особисто. Хоча дуже сильно старалася Катерина, далі йде Карина. Карина Арсентьєва проходить далі.
Молодец. Молодец. Все, 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 все. Это мои бывшие друзья. Зараз є шанс вкрасти до себе в команду Катерину Гудим. Попри всі суперечки, сварки і критику, є сподівання, що хтось з вас, шановні тренери, захоче взяти Катю у свою команду. Час на крадіжку. Пішов. На жаль, час закінчився. Фух. Дякую. Молодець. Все, що я могла, все я зробила. Тому сильно вітаю.